Доброго времени суток, дорогие мои. Ну вот и настал тот долгожданный день, день финала Лиги Чемпионов, к которому мы долго и тернисто шли московским «Спартаком». Есть какие-то проблемы в составе. Паршевлюк получил травму в прошлом матче против Мордовии. Ну, конечно, у нас тут есть кому сыграть вместо него. Так, сейчас немножечко. Так, Зотов не будет. Камбаров, Яковлев, Жазини, Камбал. Ну, мы, в принципе, в самом боевом составе. Но это ничего, конечно, не значит в игре финала Лиги Чемпионов против мадридского Реала. Поэтому, что ж, ну, будем надеяться на собственный опыт игры. Сложность, как обычно, легендарна. Пожалуй, начнем. Вот у нас большой Пеппи и маленький Жоазиньо. Здесь мы все проставили. Здравствуйте! Сегодня с вами я, Юрий Розанов, и мой коллега Василий. Наши болельщики, я смотрю, даже выложили перформанс из стадио Висенте Кальдерон. Напротив болельщики Реала выставили свое. Реал обыграл Тоттенхэм в полуфинале. Мы выиграли у Барселоны в двухматчевом противостоянии. Вот первая игра для Рафаэля Варана против своей бывшей команды. Неожиданный момент. Ну и начало матча мне хотелось бы ознаменовать фразы Томаса Джефферсона о том, что когда я слышу, что Бог справедлив, я начинаю бояться за свою страну. Вот так же я начинаю бояться за свой клуб, потому что, конечно, в реальной жизни московскому «Спартаку» далековато до таких финалов. Криштиану Роналду есть, Гаррет Бейл, Серхио Агуэро, Лука Модрич, Иску, Хидира, Рамос в центральной защите. Ну, в общем-то, состав мадридского Реала близок к идеальному. Плюс за три сезона этого виртуального игры добавился Агуэро. Но у нас тоже есть свои изменения. Марио Балотелли на пике нападения. В защите Рафаэль Варан, Настасич, центральные защитники. Справа такой интересный футболист, как Едлин. Это американский молодой футболист, но очень перспективный. Насколько я знаю, сейчас он играет, ну вот в 2015-м в реальной жизни он играет в Тоттенхэме. Ну что ж, секунды на начало и поехали. Надо немножко успокоить, конечно, вот этот вот начальный навал Реал Мадрида. Потому что, конечно, они стремятся, наверное, забить быстрый гол. Они... Вот Едрин ошибается, к сожалению, Кристина. Здесь хорошо сыграл Настасич. Очень высоко играет Реал. Высокий прессинг. И пока мы не можем даже выйти со своей половины поля. И Криштина. И... Слушайте, а что произошло, собственно? Офсайдик?
Да. Ну, звоночек, да, звоночек. Конечно, в одно касание. Ну, офсайд тут был минимальный, но в одно касание Криштиану Роналду прекрасно исполнил. Прекрасно реализовал свой голевой момент. Также надо отметить, что помимо сложности легендарно, финал Лиги Чемпионов еще дает дополнительный напор клубу. Поэтому игра, ну, так скажем, если есть в этой игре более сложные матчи. То это вряд ли. Это только матчи совсем слабыми командами против совсем сильных. Марио входит. И ну как-то мы несколько так вернуться. Ну, сейчас сам вот переживает больше всех. Следующие 10, да, ему 10 забьет. Но кто теперь даст? Да, теперь придется зарабатывать самому. Кун Агуэро. Хорошо. Ну надо, наверное, было бить поворотом. Но все равно такой вот такой вход в штрафную — это прекрасный момент. Вот, и хорошо, что защитники мадридского Реала дают возможность его такие делать. Ну, здесь ничего не было, конечно, здесь игра в мяч была, но нам еще дают желтую. Вот это интересный момент. Ну, наверное, все фолы против Криштиану Роналду вот таким вот образом заканчиваются, да? Ну, какая тут нога, комментатор, ё-моё. Вот первый угловой. Тяжело достаточно комментировать этот матч и делать какие-то положительные моменты в игре, потому что игра очень напряженная, конечно. Даже немножко потрясывает руки. Но тут не надо потрясываться особо, конечно. Ой-ой-ой, ну и беги вперед. Хороший сейчас рикошет мог нам помочь. Стандартное положение, стандартная процедура, угловой удар. От плеча Пепе. Защита снимает вверх.
Отлично. Сейчас прервали атаку, но атака продолжается вторым темпом. Здесь важно четко сыграть. Сейчас Бейл преследовал Жоазиньо, и это, в принципе... И по вертикали атака развивается, не через центр, а краем, краем. Камбаров. И вот он, Криштиану Роналду. Бейл. Видим мы борьбу. Полностью контролирует ситуацию. Ну да, тяжелая такая игра идет. Особо вот таких вот прям 100% моментов нет у нас. У Реала-то, конечно, с этим делом попроще. Благодаря такому количеству исполнителей. Митрюшкин молодец. Молодец. Тут главное еще не свалить. Потому что тоже бывают такие случаи, когда тут... От легкого толчка может кто-нибудь упасть в штрафной. Из хитрых игроков мадридского Реала. И все, и пиши пропало. 1-0 проигрывать в таком матче — это... Это тяжелый случай. И опять Иско, смотрите, Иско как активен сегодня. Наверное, Иско вообще в целом активен, поэтому играет в Реал Мадриде. Глоточек чая. Ну, пока преимущество у мадридского Реала. Замен мы никаких пока производить не будем, потому что, в принципе, ребята справляются. Тут вратарь должен. Команду после углового дал кипер. Ах, если бы все вратари играли так уверенно, в такой ответственный момент. Ничья по-прежнему. И длинная передача на фланг. Собственно говоря, мяч с фланга никуда не идет. Серхио Рамос. И посмотрите на Криштиану Роналду. Меня... Пугает здесь, конечно, то, что кроме отдельных каких-то моментов мы не можем выиграть ни одного единоборства один в один. Вот. Только Рафаэль Варан и Настасич вот выглядят как-то более-менее адекватно. Остальные, конечно, в центре поля проигрывают практически все. Сближение. Бейл, опа. Ну что такое? Судья, конечно, что-то не дает развернуться вообще.
Бейл стоит в стойке Криштиану Роналду. Видимо, они это уже отрабатывают. Кто задел головой? Да. Ну вот, находимся мы, конечно, в полном таком оборонительном варианте. Отлично, Камбаров. Ну, а вот как бы... А вот здесь вот ничего не было. Интересно. Ну, здесь офсайдик опять, кстати, был. Причем такой контролируемый офсайд. Было четко понятно, что страшного ничего не должно произойти. Но мне понравился, как Абаров, конечно, ребят там уделал. А вот здесь вот Жоазиньо уже в который раз не может пройти Карвахаля. И будем искать какие-то еще варианты. Не знаю, может быть, попробовать через правый фланг. Беги. И если кто-то догнал, если кто-то на эту передачу откликнется, то может быть опасно. Вот сейчас может быть опасно, честно говоря. И что здесь? Пока что остановка. Будем надеяться на желтую. И арбитр предъявляет желтую карточку игроку. Так, наверное, надо сделать какие-то замены. Блин, вот неплохо, конечно, Ромула играет. Но свежая кровь необходима в опорной зоне. Яковлев нет. Так, Эберт висит на желтый, на промеса. Все, поехали дальше. Опасный подкат, так я однозначно накажу штрафным ударом. Ну-ну, игра в ногу, а не в мяч. В футболе такое всегда карается штрафным. Ну, было неплохо, надо отметить. Тина Коста пробивал и чуть-чуть не перебросили. А вот удар. Еще бы пару шагов вперед Атар сделал, и, наверное, позицию бы уже не спас. Положение тоже. Да, еще пару шагов, и этот парашютик мог бы забить даже ребенок. А так? Каждая команда хочет выйти вперед, но вратарь берет этот мяч. И может быть последний стандарт в этом матче. Может быть последний. Ну не знаю, что там так трибуны, конечно, взорвались. В принципе, ничего страшного не происходит. Все, последние минуты. Че, вот сейчас можно решить на самом деле все. Или не решить уже ничего. Вот так вот. Вот так вот надо делать.
финале Лиги Чемпионов. Ну и Марио Балотелли, 8-й гол в Лиге Чемпионов. Это как-то символично, то, что забил этот гол Балотелли. Но там серьезный провал защиты Реала. Но я видел то, что на самом деле они уже включили практически все в атаку. Поэтому, конечно, вот так вот и произошло у них сейчас в обороне. Но мы знаем все мадридский Реал, и отыграться этим парням за 3 минуты не составляет никакой проблемы. Постараемся выдержать вот это вот все. Ну, у нас там вообще нарушение, конечно, было против Настасича в атаке. Все. Ну что, поздравляю московский «Спартак» с этой невероятнейшей победой. Вот, я в большой надежде на то, что московский «Спартак» сможет этого добиться в реальной жизни. Прям вот это говорю, и, честно говоря, как боярский, и сам себе не верю. Но... Да, вот так вот, строго сыграв в защите, реализовав свой момент, который достается, может быть, 1-2 раза за игру, да, вот так вот можно победить и мадридский Реал тоже. На сложности легендарно. А сейчас в реальной жизни на дворе начало октября 2015 года, и я думаю, то, что эта игра... будет, так скажем, последней моей FIFA 15. И я уже, соответственно, буду переходить на новую FIFA 16 и буду там стараться развить «Спартак» и на самой высокой сложности добиться самых высоких трофеев, которые есть в игре FIFA 16. Вам, дорогие мои, до новых встреч. Играйте в FIFA. Желаю вам успехов. И играйте в настоящий футбол.
Ну и, кстати, более-менее мы выровняли ситуацию по игре, да, по игровым каким-то показателям, то есть владение мячом 46-54, это, в принципе, более-менее равное владение, удары в створ у нас больше, да, у нас больше нарушений, но выше точность пасов и точность ударов, что привело нас в совокупности с хорошей игрой в защите, нас привело к победе. Все логично, Спартак закономерно добыл свой европейский трофей. Все, всего хорошего и до свидания.